В Алекминске прошли соревнования по семейному волейболу. Необычный турнир посетила Елена Фаст. Так спортивно и в то же время непринужденно начали встречу 7 команд района. Волейбол как волейбол, но самое главное его отличие от традиционного – состав команд. Главное условие участия – позитивный настрой, воля к победе и семья в полном составе. Изначально именно этот пункт несколько смущал. Наберутся ли желающие на участие мам, сестер, братьев, бабушек, детей, дяди и тети, превзошло все ожидания. Неважно, имеешь ли ты разряд и подготовку, хотя добрый пас приветствовался. Радовала даже сама атмосфера в зале. Участники перекидывались мячом и шутками. В целом получилось здорово. А новичков не смутили отбитые с непривычки руки. И хотя кубок достался только одной из команд, остальные дружно поделили медали, грамоты, новые знакомства и добрую порцию смеха. Мы провели соревнования, которые с каждым годом становятся все популярнее. Надеемся, что в следующем году мы увидим еще больше дружных команд. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.